Мишка, это наш последний с тобой разговор. Запомни сам и передай своим ребятам. Понял? Вячеслав Васильевич Баранов. Советский и российский киноактер, мастер дублирования. Снимался в фильмах «Тимур и его команда», «Расписание на послезавтра», «Кузнечик», «Карнавал», «Клетка для канареек», «Гости из будущего», «Батальоны просят огня», «Дрянь» и многих других. Детство разводишь, комиссар, в игрушечки играешь. А может, это липа все? Может, мы просто придумали себе эту сказку? А сами-то внутри знаем, что это липа. Так тоже может быть. Был женат на актрисе Евгении Добровольской. Впоследствии они разошлись. Скончался актер от рака почки. Похоронен на Хованском кладбище Москвы. Я тебя буду помнить. Я тебя никогда не забуду.